бірақ күнде мынау объектіні сырттағы, бірақ күнде үйлерін сыпырып алып объект салып тастады. Сол сияқты ертең бірақ күнде шығарады. Уже неделю мать шестерых детей Динара Ашербекова потеряла покой. Причиной тому, по ее словам, письмо из Акимата. В нем местные власти предупредили, ее дом в дачном сообществе подлежит сносу. Многодетная мать рассказывает, что побывала на приеме у столичного акима Алтая Кульгинова, где пожаловалась на бедственное положение. Не аренда жилье, хотя бы аренда жилье вернуть. Аренда жилье да қазір жоқ дейді. Анандай бақытты баспанама соған тапсыру үшін оған шотында ақша болу керек екен. Оған бізде жағдай жоқ, шотқа ақша салуға. Многодетная семья снимает этот двухкомнатный домик последние 9 месяцев. Это единственное жилье, которое удалось найти после того, как их попросили освободить съемную квартиру. Бәрін дұрстап не алады, бірақ жаңбыр жауған сайын су алады на жерде. Ар жақтан да, бер жақтан да. Осылай жатады балалар. Екі бала мына жақта жатса, үш бала мына жақта жатады. По словам Динары, зарплаты мужа хватает только на квартплату и еду. С апреля они получали адресную соцпомощь, но, как она говорит, в этом месяце выплаты остановились, потому что нужно заново подавать документы. Поскольку она должна вот-вот родить, на помощь пришла свекровь. В родном селе, говорит женщина, ее сыну делать нечего. Мал шаруашылығы үйде отырыс, ешқандай жұмыс жоқ. Ауылдағылар үлкен кісілер, жастар жағы жоқ, осын көпі үлкен адамдар пенсионерлер отырғанбыз. Аким Нурсултана заявил, что в городе проводятся работы по модернизации, в связи с чем и сносят старые дома. По словам Алтая Кульгинова, власти будут договариваться с владельцами изымаемых участков. В Акимате сообщили, что Динара Ашербекова стоит в очереди на получение жилья, как многодетная мать. Сейчас она 2901 в списке. Как отмечают чиновники, квартиру она получит только, когда подойдет ее очередь. Также в Акимате уведомили, что дать ей временное жилье не представляется возможным.